Да. Так, 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 теперь у вас все включено. Да? Мы готовы. Хорошо? Сейчас. Операция и различным барьерам тарифным, которые ставят, например, общий рынок, это Европейское интеграционное объединение, которое в 2002 году нам известно как Европейский союз. Мы продолжаем работу нашей школы. Пожалуйста, займите свое. Советский Союз активно участвовал и в Минске. Займите свое, да? Свои места. Но... Угу. Все включено. Угу. Да, мы начинаем. Угу. Представляем вашему вниманию лекцию, следующую лекцию Болезина Александра Степановича, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, Центр африканских исследований, доктор исторических наук, профессор с темой лекции «Россия и Черная Африка в 20 веке». Пожалуйста, прошу внимания. Александр Степанович. Нужно включить. Слышно? Так работает? Мабиби намабанова хишумио. Эбутуанзе. Сомо хило. Джу явхусяно катия. Уруси на нчи за Африка ниуси. Это был язык суахили. Самый крупный язык Черной Африки. Когда я начинал его изучать в начале 70-х годов, в нашем учебнике было написано, что на нем говорят 40 миллионов человек. В новом учебнике написано, что уже 140 миллионов. Это один из действительно основных языков. Главный, пожалуй, язык языковой, крупной языковой семьи банту. Ну вот, значит, я имею счастье на нем изъясняться. Почему Черная Африка? Или Африка, если, так сказать, кому-то это не нравится, и говорят Африка тропическая и Южная Африка, южнее Сахара. Дело в том, что те страны, которые мы называем Северной или Арабской Африкой, ну, в историко-культурном отношении, если хотите, как бы, да, принадлежат к сфере исследования арабистов. Хотя, если бы меня услышал, может быть, кто-то в Африке, потому что и в Организацию Африканского Единства, и в ее преемник Африканский Союз, конечно, входит вся, но вся Африка. Но вот африканисты традиционно занимаются тропической и южной. Речь идет о 20 веке. У нас сегодня, но я не могу отказать себе в удовольствии, упомянуть хотя бы, что еще Петр I пытался снарядить экспедицию к королю Мадагаскарскому, как он писал. На Мадагаскаре была ни больше, ни меньше пиратская республика в это время. И Петр пытался установить с ними связи. Ну, из этой экспедиции ничего не вышло. А первые россияне попали в Африку, на юг, во всяком случае, не с запада, как, наверное, да, можно было бы себе представить, а наоборот, с востока. Это была целая группа беглецов с Камчатки, с Дальнего Востока нашего, да, во главе с человеком, фамилия которого была Беневский. Поляки говорят, что он их, венгры говорят, что он их. Но дело не в этом, а вот в том, что, значит, вот большая группа русских сразу попала, соответственно, на юг Африки, на мыс Доброй Надежды. Ну и вообще, надо сказать, что... Вот именно на юге Африки, как вы понимаете, корабли военные, да, российские, не могли не попадать туда, в этот важный такой стратегический пункт. И, соответственно, в XIX веке уже довольно большое количество народу там побывало. И с конца 80-х годов XIX века вообще началась эмиграция туда из России. Как правило, это были евреи, бежавшие от погромов, и до сих пор в Южной Африке их зовут литваками, да, от слова «Литва». Ну и еще, да, и в ходе англо-бурской войны, знаменитой, которая вот для африканистов является собой границу между новой и новейшей историей, 1899-1902 годы, на стороне буров воевали примерно больше, может быть, даже чуть-чуть 300 российских добровольцев, которые ездили, поехали туда на свои деньги, это, сказать, за свой интерес. Другой областью Африки, с которой Россия имела связи до революции, была Эфиопия. Дело в том, что эфиопское, да, христианство, эфиопы, христиане так называемого монофиситского толка, считается, что он, богословы считают, что это близко к православию,
и, соответственно, уже в 1898 году там была русская дипломатическая миссия, были установлены дипломатические отношения, видите, уже как довольно давно, да, с Эфиопией. А в ходе войны итало-эфиопской 1895-96 годов там тоже были на стороне эфиопов русские добровольцы. Если, наконец, переехать в 20 век, то... Ну, во-первых, конечно, нельзя не упомянуть еще из дореволюционных событий поездки в Африку, экспедиции знаменитого русского поэта Серебряного века Николая Степановича Гумилева, который познакомил русскую публику с красотами Африки и с таинственным жирафом, который бродит у озера Чад, да, и с Адис-Абеба, и с многим другим. И до сих пор ведь то, что привез Гумилев из своих экспедиций, хранится в Санкт-Петербурге, в музее. Это все можно еще посмотреть. Его экспедиции имели большое познавательное значение. После революции, как вы понимаете, главными стали политические связи, и главным каналом связи с Африкой стал Коминтерн, Коммунистический интернационал. И, естественно, опять речь шла о той части Африки, где не только был действительно рабочий класс, но и даже коммунистическая партия, то есть, опять же, о Южной Африке, как страна тогда называлась Южноафриканский союз. В 21-м году была основана коммунистическая партия, тогда она называлась Коммунистическая партия Южной Африки, потом Южноафриканская коммунистическая партия. Но еще с 21-го года, в общем, были налажены контакты с ее представителями и руководителями, и несколько лидеров, в общем, такой как человек, как Дэвид Айван Джонс, который, собственно, и умер в Москве в 24-м году, в общем, был активным деятелем Коминтерна. И Африканс, вопрос о связях с Южной Африкой, в общем, занимал достаточно большое внимание Коминтерна по 35-й год в Коминтерне был выдвинут лозунг борьбы за независимую туземную республику в Южной Африке, то есть республику черного населения. И хотя, с одной стороны, это обеспечило и в партию, и, собственно говоря, даже в Коминтерн приток африканцев с темным цветом кожи, но это способствовало, в общем, каким-то сложностям в самой Южноафриканской компартии, потому что эта организация, в общем, с самого начала была не расовой. Единственная, пожалуй, в Южной Африке, которая объединяла людей с разным цветом кожи. Этот лозунг потом был признан ошибкой. Вообще, надо сказать, что в стенах, значит, при Коминтерне существовал такой коммунистический университет трудящихся Востока, КУТ сокращенно. И там, собственно говоря, обучались африканцы не только из Южной Африки. Там были довольно известные люди, в частности, на рубеже 20-30-х годов. Там около года провел первый президент Кении независимый Джомо Кениатта. Надо сказать, что Кениатта, он же написал несколько книжек, старался вообще не упоминать о том, потом, что он учился когда-то в Москве. И зато, когда я сам эти документы, собственно, видел в архивах, когда речь зашла об установлении дипотношений с Кенией уже в 60-е годы, то первый посол, который приехал, собственно говоря, первое, что он сказал на официальной встрече, вот наш президент до сих пор вспоминает с удовольствием то время, которое он провел в Москве, как это было здорово, как это было хорошо. Вообще, Коминтерн, конечно, и Коммунистический университет трудящихся Востока – это отдельная страница, очень интересная. И поразительно вообще, и можно долго рассказывать, как когда были открыты архивы Коминтерна в Москве в 90-е годы, первым вообще раскопал вот эти материалы наш студент. И вот с нашей подачи, значит, он наш, когда я говорю, то это я имею в виду свою альма-матер, Институт стран Азии и Африки, как он теперь называется. Тогда это был Институт восточных языков при МГУ, который вот я имел честь закончить. Как вы понимаете, вероятно, и знаете, что хотя Коминтерн прекратил свое существование реально позже, но на самом деле, в общем, репрессии большого террора 30-х годов он не пережил. Если говорить о Второй мировой войне, времени Второй мировой войны, то мало кто знает, что в 1942 году было открыто советское консульство в Кейптауне.
в Южной Африке, вот на самом краю Африки. Кейптаун же совершенно удивительный город. Люди, которые там бывают, и, собственно говоря, и я в том числе, совершенно не могут его забыть. Он удивителен еще тем, что вот до сих пор, да, жители этого города, если день прохладный, то они едут купаться на теплый океан, Индийский. Если день, наоборот, жаркий, то они едут купаться на Атлантический океан. Разница в температуре воды может быть 10 градусов. Так вот, в этом самом Кейптауне было открыто советское консульство в 1942 году. И надо сказать, несмотря на то, что, как вы понимаете, да, это Южноафриканский союз был британским, да, доминионом, и находился в сфере влияния Британии. И, собственно говоря, при всем при том, мы же были союзниками в войну, поэтому, соответственно, там был и сбор средств организован в пользу Советского Союза, и возникло даже общество друзей Советского Союза. И консульство это просуществовало, хотя в 1948 году режим в стране сменился на резко вот тот самый режим, который называют режимом апартхейда, российский режим. Консульство все-таки просуществовало до 1956 года. Вот тогда оно было закрыто в 1956. И мне, когда вот я был в Кейптауне, мне приходилось видеть мой учитель Аполлон Борисович Давидсон, академик, наш известный африканист. Вот тут вот его портрет на книге, которую я привез. Можно будет вот эти книжки взять, если кто-то захочет. Там организовал Центр российских исследований уже в 90-е годы, и он умудрился вот к юбилею, 95 лет, когда праздновался, да, в 95-м году, когда праздновался юбилей Победы, он умудрился разыскать стариков, адмиралов, которые участвовали в этих самых конвоях, которые сопровождали вот то, что везлось в Советский Союз как помощь, да, Великобритании. Так что вот такая страничка тоже была. Об этом мало кто знает. Так же, как мало кто знает, и об этом старались не вспоминать, но тем не менее это было, что на первых сессиях Генеральной Ассамблеи ООН в 45-м, Организации Объединенных Наций, в 45-46 годах Советский Союз выдвинул идею, значит, взять опеку над бывшими итальянскими колониями. Мы претендовали на часть современной Ливии, Триполитанию, там речь о Киренаике шла, но потом это, так сказать, требование Советского Союза было снято, и вместо этого в Организации Объединенных Наций в 49-50 годах уже Советский Союз выступил за предоставление независимости африканским странам. Тут упоминался уже год Африки 1960-й, действительно, вот и мы праздновали, соответственно, широко юбилей года Африки в прошлом году. Да, этот год вошел в историю, потому что в 60-м году сразу 17 африканских стран получили независимость. Но на самом деле первый, получивший независимость, я напоминаю, что Эфиопия так и не была колонией, да, она была свободной страной все это время, а первую независимость получил Золотой берег, который получил название Гана в честь древнего государства в средней дельте Нигера. И уже, так сказать, в преддверии вот этого всего, да, 58-й год в Гвинее, уже Советский Союз серьезно озаботился, так сказать, разработкой своей политики в Африке. После Бандунской конференции 55-го года, которая тут упоминалась, и, соответственно, это был такой африканский бум, второй, можно сказать, потому что вот третий мы переживаем, если можно сказать, сейчас на наших глазах. Так вот, соответственно, в 1958 году в Министерстве иностранных дел был создан африканский отдел, потом их стало три в начале 60-х годов, первый, второй и третий. Да? Бурную деятельность развил Советский комитет солидарности со странами Азии и Африки. Известная организация, там в 1958 году была образована африканская комиссия, и возглавил ее человек, который потом стал первым директором Института Африки. А Институт Африки был создан в 59-м году.
И основа его, надо сказать, Институт Африки послужил отдел Африки, который был создан в Институте Востоковедения еще в 1956 году. То есть начались уже и научные исследования Африки, потому что вот в период, собственно говоря, между 30-ми и 50-ми годами практически только лингвистика, африканское языкознание развивалось. А какие-то наметки ведь были сделаны уже внутри Коминтерна. Это тоже отдельная такая история, что вообще-то первую программу изучения Африки в 1929 году опубликовал человек-венгр по происхождению. У нас его звали Андрей Андреевич Шик, а в Венгрии его звали Эндре Шик. И после войны он был в социалистической Венгрии какое-то время даже министром иностранных дел. Так вот, действительно, Советский Союз пытался активизироваться в Африке, соответственно, да. В 1958 году был открыт корреспондентский пункт «Правды», газеты «Правда» в Винее, потом отделение ТАСС. В 1958 же году началось вещание, радиовещание на Африку. Вот это самое «Саутия Радио Москва», да, «Голос Радио Москвы», не только на суахили, но еще на ряде африканских языков. И надо сказать, что вот первые наши, вот первая группа суахили была набрана на вновь созданной тогда кафедре африканистики в Институте восточных языков в 60-м году. И все они, так сказать, вот как раз и составили основу и редакции африканской на радио, и они же переводили, да, кто-то из них переводил в издательстве «Прогресс» довольно большое количество литературы, переводилось на африканские языки. В 60-м году был открыт знаменитый университет дружбы народов, который очень долго носил имя Патриса Лумумбы. И вообще около 25 тысяч граждан из стран Африки южнее Сахары окончили советские вузы вот в годы, да, советской власти. И, соответственно, более 700 из них защитили диссертации, не только кандидатские, но и докторские, и получили, соответственно, степени. Надо сказать, что это действительно, вот если говорить о каком-то, о той памяти, которую вот Советский Союз оставил по себе от тех времен об отношениях, да, с Африкой, это прежде всего вот эти вот студенты, хотя бывшие выпускники, почти везде существуют ассоциации этих самых выпускников советских вузов. До сих пор, как вы понимаете, люди это уже не молодые, но они вспоминают это все с большим удовольствием, потому что это годы их молодости. Но не все было гладко, опять же, об этом было не принято говорить, как это ни прискорбно, но даже тогда уже были какие-то случаи расовых проявлений, когда, собственно, африканцам приходилось не сладко в Советском Союзе. Были случаи, когда сами африканцы вели себя неподобающим образом, были какие-то отчисления за самые разные правонарушения, я не буду тут углубляться. Вот. Но, тем не менее, это тоже было, как говорится, из песни слов не выкинешь. Но, тем не менее, вот это вот, вот эти тысячи выпускников, это действительно вот такой багаж, который мы приобрели в Африке, наша страна, вот за те годы. Другое, то, чем нас вспоминают всегда добром, это огромное количество советских специалистов, которые работали в Африке, иногда в трудных условиях. При этом это были не только врачи и ветеринары, которых всегда не хватало в Африке. Это были преподаватели самые разные, да, и это были, конечно, инженеры наши, да. При всем при том, что тут тоже были трудности, потому что, как вы понимаете, конечно, от этих людей прежде всего требовалось знание, ну, хоть какое-то английского, французского или там португальского языка, а как-то для людей негуманитарных специальностей у нас это всегда было, и, я думаю, остается, в общем, проблемой. Поэтому, но тем не менее, вот люди очень много действительно сделали хорошего, их вспоминают добром. Ну, помимо всего этого, значит, если говорить о цифрах, то в соответствии с межправительственными соглашениями к середине 80-х годов уже было построено и сдано в эксплуатацию 280 объектов различных в Африке южнее Сахары, в том числе больше 120 промышленных предприятий, 24 объекта электроэнергетики, 15 черной и цветной металлургии, 8 объектов нефтегазовой промышленности, 26 по металлообработке и ремонту оборудования, 14 пищевой промышленности. Нельзя забывать о военной стороне дела.
Значит, африканцы обучались военному делу в советских военных учебных заведениях, направлялись в Африку военные советники, давились поставки оружия и военного снаряжения. Курс подготовки бойцов для движений, ведущих вооруженную антиколониальную борьбу, включал обучение стратегии и тактике партизанской войны и подпольной работе. Существовали несколько учебных заведений в нашей стране. Как правило, они все были закрыты и в те годы секретные. Но вот мы недавно обсуждали на одной из наших конференций разные проблемы вот, сотрудничества с СССР со странами Африки, как раз вот в связи с юбилеем года Африки. И там были люди, которые на нашей конференции, которые, собственно говоря, вот, хорошо были осведомлены об этой стороне дела, военной. И когда мы с пристрастием стали задавать вопросы, то люди стали, в общем, бить себя в грудь и говорить, что откровенно террористические движения мы никогда не поддерживали. Что все-таки поддерживались всегда движения, которые как бы пользовались и поддержкой населения. Ну и, как вы понимаете, очень модной тогда была проблема выбора пути, и, соответственно, мы всячески, я имею в виду Советский Союз, всячески поощряли страны, которые вступали на путь некапиталистического, как тогда говорили, развития. При этом вариантов было очень много. И, собственно говоря, вот то, что было основано на научном социализме, это были практически Ангола, Мозамбик и Эфиопия. А вот разных самых вариантов африканского социализма было очень много. Гвинейский социализм, знаменитый танзанийский социализм Уджама. И тут, кстати говоря, вот когда смотришь то, что написано про эти годы, то все время говорят о том, о соперничестве Советского Союза со странами Запада, потому что, да, вот, так сказать, Советский Союз представлял альтернативу какую-то бывшим колониальным державам. Но забывают о том, что уже с самого начала у Советского Союза был в Африке другой соперник, и очень сильный, и очень серьезный, это Китай. И вот когда смотришь, да, какие-то документы, они стали сейчас доступными тех времен, то бесконечно в 60-е годы шлют наши работники в Африке доклады о борьбе с китайским влиянием, о китайском засилье. Ну, как вы понимаете, с годами это все только усиливается. И я был совершенно потрясен вот 2 года назад, когда я был в Африке, в Восточной Африке, и мы плыли морем из Дар-эс-Салама на Занзибар, тот самый, который теперь вдруг стал так популярен среди российских туристов. Значит, 1.5 часа идет этот быстроходный катамаран, очень красивый, хороший. Значит, эти 1.5 часа вам крутят фильмы. Оба раза и туда, и обратно, это были китайские фильмы с китайскими же субтитрами. При этом сидели в основном, конечно, да, африканцы, причем, да, если это путешествие, и надо сказать, что, да, Танзания, ведь это Танганьика и Занзибар, как говорят, Танзания Бара континентальная, Танзания Висевани, то есть Танзания островная. И до сих пор, если вы езжаете морем на Занзибар из Танганьики, из островной, этой материковой Танзании, вы должны заполнять декларацию, и, во всяком случае, иностранцы должны получать дополнительный штемпель в паспорт. Но сообщение очень бурное, да, то есть люди ехали со скарбом, с животными, да, на рынок, с рынка, понятно, да, и я абсолютно уверен, что, в общем, китайский язык не самый понятный был для тех, кто сидел на этом самом пароме рядом с нами. Вот, и, конечно, понимаете, были, да, когда стали ясны наши установки, да, советские установки, и понятно, кого мы поддерживали в первую очередь. Кстати говоря, опять же, очень часто можно услышать миф, что вот мы вкладывали только, да, вот в страны дружественные, так сказать, нам, и ничего, никакой прибыли мы не получали. На самом деле, на круг кто-то подсчитал, что за советские годы все-таки на рубль, вложенный рубль, рубль 50 прибыли получалось. Вот так вот на круг. Хотя, конечно, очень много было подарено. Очень много было льготных кредитов. Сейчас вы, наверное, слышали о том, что, значит, вот на этом самом саммите, да, России и Африки было договорено о том, чтобы часть долгов списать.
Ну, если говорить о том, что случилось в последние годы 20 века, да, после распада Советского Союза, произошло действительно обвальное сокращение связи с африканскими странами, были закрыты ряд посольств, и особенно, значит, да, были закрыты 13 из 20 культурных центров. Вот наши культурные центры всегда огромную роль играли. Один из них, я просто хорошо знаю, не понаслышке, это центр в Дар-эс-Саламе в Танзании, который пережил все это время. Там и были, и до сих пор есть курсы русского языка. Все это очень, какие-то выставки интересные, какие-то концерты. И вот, кстати говоря, еще ведь одна вещь, которую нельзя сбрасывать со счетов. Это такая картинка. Ведь когда в 60-е годы был открыт, да, Университет дружбы народов, то довольно много наших девчушек выходили замуж, в том числе и за африканцев. Теперь они уже бабушки. И вот мне просто приходилось видеть там раз в две недели, по-моему, это в русском культурном центре, устраиваются такие ностальгические вечера, когда эти самые бабушки пекут пирожки, то есть такую вот русскую, да, еду, слушают кассеты с вот, да, записями песен 70-х, 80-х годов, приводят своих внуков, которые, конечно, в основном темнокожие, да, но которые говорят по-русски. Если они в доме не очень говорят по-русски, то эти бабушки их определяют на эти самые курсы русского языка. Но сами они вот плачут, вспоминают, соответственно, да, свои молодые годы в России. Что еще интересно, кстати говоря, что вот в годы, когда мне приходилось там бывать первые разы в качестве, простите, была такая организация ЦК КПСС, вот я бы туда попал первые разы как переводчик делегации ЦК КПСС. Это была достаточно напряженная работа, сами можете себе представить. Но тогда на меня, белого говорящего на суахили, смотрели, в общем, как на дива и показывали пальцем. Теперь этого, во всяком случае, в Дар-эс-Саламе нету. И, скажем, на ресепшн в этом самом русском культурном центре сидит женщина молодая, которая говорит на очень сносном суахили. И когда я спросил, что она заканчивала, где она его изучала, да, в Москве или в Питере это до сих пор можно сделать, то ответ был, да нигде она его не изучала, она вышла замуж сюда за танзанийца, и здесь она научилась, и она не одна такая. Поэтому, понимаете, вот в новую эпоху какие-то, да, новые смешанные браки тоже возникали, и, соответственно, вот уже на какой-то новой основе. Но на самом деле, конечно, вот действительно 90-е годы были обвальными, и в этом смысле, потому что у страны было очень много внутренних проблем у нашей после распада Советского Союза. И, в общем, я до сих пор помню, как, в общем, мне, я чувствовал себя неловко, хотя моей вины, как вы понимаете, никакой не было. У меня была публичная лекция в Виндхуке, в столице Намибии, в университете. И, значит, когда дошло до вопросов, пришло, надо сказать, немного народу. Когда дошло до вопросов, то встал молодой человек, который вот был из вот этих самых довоенных отрядов СВАПа, партии, которая боролась за независимость. И, в общем, он на меня, если хотите, набросился чуть ли не с кулаками. Как вы могли нас бросить? Почему вы перестали нас поддерживать? Почему вы перестали давать нам деньги? И все такое. На что мне пришлось объяснить, что молодой человек... Вы знаете, в общем, у страны сейчас такое положение, что у нее самой не очень хорошо с деньгами. Но такое, конечно, было. И тем не менее были и другие картинки, которые тоже мне приходилось наблюдать. Да, когда наши границы открылись, то, в общем, устремились в Африку самые разные люди из молодого поколения, которые, собственно говоря, раньше бы об этом и не подумали. Мне приходилось, я помню, где-то мы сидели в какой-то кафешке, и владелец, узнав, что, значит, вот я отсюда, из России, сказал, что «Ой, а у меня работает одна русская, давайте мы поварим». Пришла эта самая женщина, выяснилось, что она армянка, которая сбежала из Азербайджана во время вот этих самых конфликтов. Но сами понимаете, для них все, кто из России, они русские. Поэтому, значит, и она говорит, что когда нам предложили поехать в ЮАР, мы вообще не понимали, где это, что А в этом сокращении обозначает Африка. Нам было важно оттуда уехать, поэтому вот мы оказались там.
Другой вариант, значит, вот на бензоколонке, это уже в Виндхуке, тейк-эвэй, очень модный какое-то русское блюдо. Пельмени, наша парочка, да, муж и жена приспособились, значит, они при колонке делают эти самые пельмени, продают их на вынос, тут же стоят два столика для желающих, значит, вы можете, да, соответственно, на месте попробовать, прежде чем взять это с собой. Но понимаете, опять же, вот то, что Африка, да, африканские страны, вот в частности, та же Намибия вообще не требовала, и, насколько я знаю, это осталось визы, вы могли въехать довольно спокойно в эту страну. Куда-то, в общем, можно было получить визу довольно легко. Устремляются туда люди самые разные, до сих пор это остается так, не всегда понимая, в общем, куда они попадают и что они могут делать. Вот вам картинка. Значит, это уже было, ну, в 2001 году, то есть, строго говоря, уже в 21 веке. Но, тем не менее, этот тренд хорошо показывает. Значит, я оказался через 10 лет после своей первой поездки в Намибии и попал в свой любимый город Свакопмунд. Это такой город абсолютно еще немецкий, он остался от немецких колониальных времен. Там построен такой длинный мол, причал. Вы туда выходите, кричите, и эхо идет до Латинской Америки. Дальше только океан и Латинская Америка. И стоит как символ маяк, который построили немцы. Ну и так получилось, что я туда с лекциями поехал, там у меня друзья остались в моей первой поездке. И так получилось, что обратно меня везти, в общем, непонятно, как я обратно попаду. И тут мне звонят из Виндхука: вот, Александр Степанович, мы нашли человека, который вас довезет обратно. Вы должны вот завтра в 10 утра к этому маяку выйти, и он вас привезет обратно в Виндхук. Там 300 с чем-то километров, дорога идет через пустыню Намиб. При этом, собственно говоря, эта страна так долго и оставалась, в общем, да, ничейная, потом она попала к немцам, именно потому что к берегу, да, океанскому выходит пустыня, и этот самый берег известен, так элегантно называется Skeleton Coast, берег скелетов, но не человеческих, там скелеты кораблей, которые разбивались, бури до сих пор, их можно видеть. Так вот, значит, я выхожу, подъезжает Volkswagen Caravella, оттуда вылезает здоровенный человек, наверное, 2 метра ростом. Тогда еще не было больших этих мобильников, этот мобильник у него в руке вообще как теряется. Вы такой-то, я такой-то. Садитесь, поехали. Разворачивается. Первым делом он заворачивает на колонку. Значит, скажите, пожалуйста, я ни слова не знаю по-английски, чтобы они мне залили вот бензина вот такого-то. Едем дальше. Я аккуратно спрашиваю, а права-то у вас вообще есть выводить машину? Может, да, это могу. Что вы здесь делаете? Я приехал сюда делать бизнес. Какой бизнес? Да я не знаю. Я осмотрюсь, посмотрю, как чего будет. И совершенно не зная ни страны, ни языка, ничего. Я говорю, а как вы меня нашли вообще-то? Все-таки 300 километров от Виндхука. Господи, да очень просто. Люди, которые вот мне поручили вас встретить, вывели меня на прямую дорогу. Говорят, вот 300 километров по прямой упрешься в маяк. Там будет стоять профессор, ты его заберешь. 300 километров обратно, здесь мы тебя встретим. Какие проблемы? Но сами понимаете, да, что, в общем, я потом наводил справки, что, в общем, конечно, ничего с бизнесом у него не вышло, но просто потому что человек, в общем, оказался неподготовленный. Понимаете, это ведь тоже очень важно, когда люди попадают, да, в Африку, когда они хотят теперь же это, да, возможно, чтобы они, во-первых, понимали, куда они едут, во-вторых, они все-таки говорили на каком-то, я уж не говорю, африканском, да, но хотя бы по-английски или по-французски, или по-португальски, иначе как? В общем, русский язык не самый распространенный в Африке. Вот, такое тоже есть. Что происходит, в общем, в 21 веке, очень коротко? Ну, конечно, значит, случился обратный поворот, я уже упоминал про третий африканский бум, и его вершиной, собственно говоря, был вот этот самый саммит России и Африка 19 года, на который приехали представители руководства практически всех стран, причем не только тропической, южной, но вообще всей Африки. Практически были заключены миллионные контракты, но, сами понимаете, потом случилась пандемия ковида, и что-то это
где-то затормозилось, но что-то продолжается, что-то происходит, что-то проходит. И, насколько я знаю, вот на 22-й год запланирован следующий такой саммит. Соответственно, вновь всплеск интереса к Африке, множество конференций, множество всяких разных, да, событий и форумов происходит. И несмотря на то, что значит, вот какое-то время, да, вот мы, африканисты, считали, что мы как бы совсем не востребованы, теперь интерес и к Африке, и к нам, к тому, что мы пишем, а я занимаюсь историей Африки, так сказать, да, к сведению, да, собравшихся. Вот то, как изучают историю Африки в Институте стран Азии и Африки, в моей альма-матер, я читал там курс новой новейшей истории Африки, 4 семестра, лекции, семинар. А до меня читали еще 2 семестра древности, средние века. В таком объеме, в общем, это не читается больше практически нигде. Это такой уникальный курс, собственно говоря, но наши выпускники, конечно, даже те, кто у нас там 3 факультета, есть история, филология и экономика, языки африканские всем преподаются в одинаковом объеме, достаточно большом, на первом курсе это 16-14 часов в неделю. Вот дальше, значит, вот для историков это обычные, да, курсы исторические, университетские, может быть, чуть укороченная, то есть всеобщая история, история России, история Востока отдельно и история Запада. Да, на истории всеобщей, как мы говорим. Да. Совершенно поразительно, кстати говоря, вот мой опыт и не только мой, чтение лекций в африканских университетах для историков. И вот в южноафриканских, ведь самая, так сказать, ну, во всяком случае, одна из самых развитых, да, университетских стран – это Южная Африка, там их 20 с лишним университетов, и несколько университетов, дипломы котируются, в общем, и Гарвардом, и как хотите. Значит, вот с историками там обстоит дело так, что они всегда изучали историю только Южной Африки. Историю остальной Африки они вообще никогда не изучали. И, в общем, то, что я им рассказывал, простите меня, да, 6 лекций, то, что я читаю 2 года, мне надо было уложить, для них было абсолютным открытием. И это, конечно, неправильно, и сейчас немножко, так сказать, акценты расставляются по-другому. Вот, и радует, что действительно вот программы начали с 96-го года. Я сказал, что программы приема студентов на обучение в российские вузы были приостановлены. Сейчас они все возобновились, и, в общем, количество расширяется. Речь идет изначально, по-моему, о 600 человек, сейчас это больше, больше и больше. И самые разные дисциплины. Вот мне пришлось просто в прошлом году в конце, прямо перед Новым годом, оппонировать 2 кандидатских диссертации в Университете дружбы народов. 2 девочки, одна, значит, из Западной Африки, одна из Восточной Африки, защитили очень, ну, интересные работы. Причем одна из них востребована, так сказать, она работает не больше, не меньше, как в Париже в университете, она из франкофонной Африки, она, так сказать, приехала защищать диссертацию. Очень важно, что наши дипломы, это не всегда было, но вот с дипломами РУДН, во всяком случае, они признаются в мире и в Африке в том числе, они котируются, так сказать, и дипломы вузовские, и бакалаврские, и магистерские, и кандидатские, и докторские, это все очень важно. Вот, и еще, если говорить, так сказать, о том, вот, ну, в сфере культуры, что ли, если хотите, ну, уже теперь можно в Москве посмотреть африканские фильмы, существуют африканские клубы, помимо того, что посольство устраивают какие-то, да, мероприятия всегда, вот, студенты наши и САШные, у них африканский клуб действует, клуб аналогичный действует в Университете дружбы народов. В 60-е годы переводилось очень много африканской художественной литературы. В 60-е, 70-е, потом это постепенно заглохло на русский язык. И я помню, у нас была совершенно уникальная преподавательница африканской литературы. Выяснилось, что она была первым человеком в мире, который поставил курс истории африканских литератур университетский. Гера Ивановна Потехина, это 60-е годы. Для историков она читала курс, который назывался «Африканская литература как источник по истории Африки». Она заставила нас перечитать все –
что тогда было переведено на русский язык. При этом она сделала два очень интересных замечания. Она сказала, что у этих книг есть два свойства. Во-первых, скорее всего, вы не получите эстетического удовольствия, а второе, они всегда в библиотеках на месте. Их очень редко кто берет читать. Так вот, сейчас, в 2000-е годы, особенно последние годы, ситуация поменялась кардинально. Опять стали переводить африканских писателей. И, кстати говоря, писательниц, очень много женщин, писательниц на русский язык переводят специалисты, ценят очень высоко их, так сказать, да, ну, эстетические, если хотите, качества этих романов, и их читают, их переводят, и, так сказать, издают, да, серьезными тиражами. Достаточно сказать, что нобелевский лауреат, да, южноафриканский писатель Кудзея у нас пишут по-русски, но это неправильно, Куцие, да, на языке африканц. Вот он, его самые главные романы переведены, и, ну, правда, про главный роман «Бесчестие» я могу точно сказать, что эстетическое удовольствие я не получил, когда я его читал, но это действительно сильная вещь, которая, в общем, показывает проблемы современной Южной Африки и расовые отношения. Вот я позволю себе все-таки на этом, наверное, закончить чуточку раньше, а может быть, у кого-то из вас будут вопросы, я попробую на них ответить. Спасибо. Пока спасибо нету, большое. Я покажу вам, вот я привез, во-первых, одну из своих книжек о встрече культур Черной Африки, Черная Африка и Запад. И вот эту книжку очень интересную, это сборник статей к юбилею моего учителя, академика Давидсона, «Миролюбие и миротворчество в Африке». По его инициативе мы провели такую конференцию, потому что обычно, когда говорят об Африке, то говорят вот о том, что там бесконечные конфликты, бесконечные войны, Руанда, геноцид, то, что вы можете услышать. На самом деле есть и другие тенденции. Значит, я просто эти книжки тут оставлю, если кто-то захочет, вы можете их взять. Пожалуйста, какие вопросы? Да, если можно, я первый вопрос задам. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот когда Советский Союз до 60-го года начинает проникать в Африку, все-таки Африка в основном это колонии Франции, Британии, частично Италии, Бельгия, Германии, да. А при этом вы говорите, что стали открываться наши консульства, представительства и так далее. Как происходило вот получение этого соглашения? Потому что, получается, мы же должны были с их метрополиями сначала... Нет, консульства могли открыться только после провозглашения независимости и никак иначе. Если не Южная Африка... Ну, короче говоря, вопрос, как метрополии относились к тому, что советские начинают влезать? Ну, метрополии, естественно, метрополиям это не нравилось. Но что касается Южной Африки, да, там это единственный случай, где было открыто консульство в 1942 году. Да, союзники, под это все произошло, понимаете? Поэтому, так сказать, да, военное сотрудничество. То есть это было согласовано с конечно, Лондоном? Конечно, конечно, как иначе, конвои, да. А во всех остальных странах речь могла идти только о любых видов, да, дипломатических отношений только после провозглашения независимости. И в этом смысле вот я как раз этим занимался и по архивам, и все. Просто невероятную роль сыграл Советский комитет солидарности со странами Азии и Африки. Потому что вот они могли и приглашать к себе, да, людей из стран, которые еще не получили независимость, то есть мы еще не могли пригласить, очень часто я видел, да, людей, которые, я еще застал тех, которые были, да, Зимбабве, скажем, еще не получал независимость в моих глазах, значит, которые не были, да, еще независимыми формально, и в перспективе это были люди, либо премьер-министры, либо президенты, во всяком случае, явно совершенно из руководства будущего страны, но официально мы их не могли по линии МИДа или там, да, чего там, Верховного Совета, там, принимать, а вот Комитет солидарности для этого как раз годился. И все 50-е годы, и не забудьте, что да, ведь 60-й год, это не все, это только 17 стран, а дальше все эти, да, 60-е, 70-е, вот Замбия, Зимбабве особенно, да, это все проходило, и все дела с Намибией и с Южной Африкой, это все проходило через Советский комитет солидарности. То есть его роль трудно переоценить. Но, кстати говоря, его бумаги, эти самые документы все в Гарфе, они открыты. Спасибо. Спасибо. Да.
Здравствуйте. Меня зовут Жорди Монтари, я представитель Московского государственного лингвистического университета. Я приехал из Конго, поэтому мне очень нравится, когда в России говорят про Африку. Вот. Так как я приехал из Конго, вот, это именно вот африканская страна, которая находится в центре Африки, это страна Черной Африки. И у меня к вам вот три вопроса. Целых три. Спасибо. Вот я хотел бы знать вообще, какое влияние СССР оказал на процесс получения независимости некоторыми африканскими странами, именно вот странами Черной Африки. Второй вопрос у меня. Какие отношения были между Патрисом Лумумбой и СССР? Потому что вы, конечно, это знаете, когда вот арестовали именно Патриса Лумумбу, вот в Демократической Республике Конго СССР пытался ему помогать. Вот. Я хотел знать, почему, ну, какие отношения у них были. Вот. Третий вопрос у меня. Вот, и, почему именно вот, Российский университет дружбы народов был назван именно в честь Патриса Лумумбы, а не иного африканского лидера? Ну, более интересно, вот почему сняли они. Спасибо вам меня, огромное. Меня, например, этот вопрос больше занимает. Вот. Спасибо, я попробую ответить на ваши вопросы. Значит, первый. Давайте все-таки я буду сначала отвечать, а то по мере... Не надо собирать все вопросы. Давайте я отвечу на те, которые заданы, иначе они потеряются. Давайте так. Значит, насчет, какое значение имел Советский Союз в предоставлении независимости. Значит, я повторяю, что, во-первых, это вот просто само существование, да, Советского Союза, который, в общем, который всегда воспринимался как альтернатива западным колониальным державам. Когда первые африканские страны освободились, да, то через, вообще начиная, собственно говоря, наша пропаганда шла через Каир сначала, да, в Африку, то, соответственно, значит, мы... вели Советский Союз, советские посольства вели большую работу вот по поддержке всех этих самых движений, материальной, моральной, как хотите. Надо сказать, что, кстати, вот у Комитета солидарности, опять же, где-то там кто-то просил какие-то, да, средства на закупку ротопринта, на закупку машин вот с громкоговорителем для ведения агитации и все такое. Когда-то деньги находили, когда-то деньги находили не очень. Комитет солидарности не был богатым, и он попытался где-то в других организациях советских это попросить. Но это, конечно, этого нельзя сбрасывать со счетов. Что касается вот этих более поздних стран, да, где была вооруженная борьба, да, СВАПа, опять же, Уконте, Весизу и так далее. Конечно, это все мы поддерживали как могли, я об этом сказал. Насчет Лумумбы. Конечно, Советский Союз ведь на самом деле уже тогда, мой коллега, у меня есть такой коллега Сергей Васильевич Мазов, который написал чудесную книжку, собственно, даже уже теперь две, про Россию и конголезский кризис. И он раскопал очень много интересных документов и в наших архивах, бывшими секретными, да, и он работал и в архивах американских, и он нашел там очень много всего интересного, что действительно мы, так сказать, пытались всячески поддерживать Лумумбу, и гласно, и негласно, но у нас не всегда получалось. Там были, он нашел два совершенно просто потрясающих таких факта, подтвержденных целым рядом документов. Во-первых, что в поддержку Лумумбы мы гнали, пытались перегнать грузовики из Гвинеи. Значит, эти грузовики попали как раз в ненужные руки, в руки противников Лумумбы. И больше того, значит, ему было собрано для его поддержки наличность, простите меня, там было 100 тысяч долларов. По тогдашнему времени это были огромные деньги. И опять же, вот по какому-то стечению обстоятельств, они опять же, ну, кто-то что-то просто, да, как говорят, лажанулся, извините меня, и эти самые деньги тоже попали в ненужные руки. Но всячески и на международной арене, и всячески вот тогда в ходе конголезского кризиса, ведь действительно, в общем, Советский Союз занял довольно такую жесткую позицию и просто оглядывали, чтобы, не дай бог, это не переросло, да, в следующую мировую войну.
Что касается, почему присвоили имя Лумумбы, ну, он просто был на слуху у всех и у народа, да, просто это имя одно из немногих знали. Правда, почему-то была такая пословица, я еще очень хорошо это помню, почему-то говорили, был бы ум, был Лумумба, был бы чем бы, ни при чем бы. Так вот, ну это, понимаете, это в народных устах. На самом деле, конечно, люди, которые в этом понимали и разбирались, никак не отказывали Патрису Лумумбе в уме и во всем, так сказать, да. Просто вот так сложились обстоятельства, и там сложное все это было дело. Я говорю, посмотрите, книжка Сергея Васильевича Мазова продается, и я ее очень рекомендую. Она сделана серьезно, на серьезно. Архивных документах и все. Сергей Васильевич Мазов. Да, еще какие вопросы? Александр Владимирович, Степанович, извините, пожалуйста, у нас вопрос онлайн. Да. Рамиль Равилович хочет задать вам тоже вопрос, присоединиться к беседе. Александр Степанович, добрый день. Рамиль Хайрутдинов, директор Института международных отношений Казанского федерального университета. У меня даже не столько вопросов. После вашей блестящей лекции у меня вопросов не осталось. У меня есть конкретное предложение. Да. Александр Степанович, не готовы ли вы почитать лекции в Казанском федеральном университете хотя бы онлайн? Как вы можете рассмотреть это предложение с тем, чтобы вот на будущий учебный год выстроить вот цикл ваших лекций? Потому что, мне кажется, они очень важными и значимыми для наших студентов. Спасибо вам за вопрос. Мне тоже кажется, что они важны и значимы. Понимаете, я все-таки Африкой занимаюсь всю жизнь. Мне это нравится, я это делаю с удовольствием. И да, я чувствую. На самом деле как-то распространить знания об Африке. Я пишу не только научные книги, но и популярные. И поэтому, в общем, я с удовольствием откликнусь на ваше предложение. Спасибо. Мы не можем дознать, как повернется ситуация ковидная, но при любом благоприятном раскладе я, конечно, с удовольствием приехал лично, потому что я всегда считаю, что когда ты, да, смотришь в глаза студентам, и они, соответственно, смотрят в глаза тебе, эффект все-таки от занятий совсем другой. Спасибо, Александр Степанович, спасибо огромное. Я скоро буду уже в Елабуге, надеюсь, вот в ближайшие несколько дней мы уже с вами в деталях обсудим это предложение. Я очень рассчитываю на то, что вы блестящий специалист, и не только в истории Черной Африки, насколько я знаю, но тем не менее мы с вами могли бы выстроить траекторию на несколько лет вперед. Я был бы счастлив. Спасибо вам большое. До воскресенья, до 21 числа. Да. Благодарю вас. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо большое. У нас, к сожалению, жесткий регламент, поэтому сейчас объявляется кофе-брейк. Волонтеры вас проводят. У кого будут вопросы, вы можете...